Thank you.
место,
А предположим, вот у тебя первая кульминация выстраивается, ну первая форте, вот где оно, вот оно появляется, да, вот это резонанс. Рахманинову посвященной, да, вот когда там вообще вот эти вот мотивы. Это все есть. Это все есть в следующей сонате сказки, да. То же самое есть трагическая поэма. Но где здесь первая кульминация? Вот где она для тебя? Вот у тебя есть тема, например, какая она? Владеешь материалом очень хорошо. Просто надо правильно выстроить. Значит, пока я здесь вот кульминацию пока не вижу. Я вижу только одну вспышку, достаточно гневную. Что у тебя в ней происходит? Я тебе ее ввела. Ты играешь так. Да? И всегда на протяжении этой темы, на протяжении всей сонаты, ты играешь так, что у тебя вот здесь меняется динамика. У тебя всегда форте, а потом крещендо. Мыслишь ты правильно, но это резолюта. Подчеркнутая левая рука. Это гораздо, это два форта. Да,
первая кульминация. Угу. И вот к ней ты должен идти все вот это время. Да. И у тебя появляется на этом пространстве вот эта тема. И сразу вот они разные, да? И само вступление вот это что? Thank you.
говоришь, да, чтобы вот это был шаблон. Такой более хоральный. Вот это время. Они там, а потом, да, вот это, потом следующее будет. Оно возникает и на маленьком расстоянии, возникает вот это пробуждение, да, опять возвращается вдруг, вот смотри, вот тут еще пьяно, то... Да, ты играешь со спиналью.
камера, а у тебя все замазанные паузы, все запятые не сказаны, и мало того, она у тебя еще, эта тема стоит на месте. Вот играй в ней сейчас. Да там, ну, не надо, не надо.
приходит вот сюда, он еще не унялся, он еще продолжает эту повышенность. Mm-hmm. И опять ее приводит уже в другое состояние. У него тут уже... Я бы не стал, в нем есть что-то другое, да? Mm-hmm. Вот дальше. Идем дальше. Здесь все неплохо, неплохо. Вот это мне не нравится. Сыграй, пожалуйста, вот это. Расстаются с темами, которые уже прозвучали. Обратила внимание, в этом сложность.
он все время какими-то отголосками, кусочками, все время чего-то добавляет. От этого очень сложно играть, потому что, надо ну вот все... я тебе сказала, почему ты должен понимать приоритет каждого эпизода сонаты, на какую тему ты больше опираешься. Потому что если опираться на все, все развалится, невозможно. Но что-то должно быть главным. Да? Вот если у тебя есть вот этот шаг, которого еще не было, да, вот он тут опять в левой руке, потом отсюда. Вот если бы это играли в оркестре, да, вот это бы играли какие-то низкие инструменты, какой-то низкий тромбон, я не знаю что, да, а здесь бы играл какой-нибудь гобой с кларнетом. В другой эпизод. Mm-hmm. Он не заканчивает, нет никакого завершения. Вопрос возникает. И это типично для его сонат, да, вот такие вот вещи. Трагическая такая же, когда все. А потом начинается элемент уже побочный, заключенный. И главный в обратной стороне. Вот это место важное сыграть. Поэтому ему даются такие вещи. И это, как бы все-таки композитор, когда посвящает произведение, он, видимо, думает, кому он посвящает, да? Ну, это же какая-то связь. Что-то ему подсказывает, почему именно эту сонату он посвящает которому, да? Ну, просто вот здесь есть такие вещи. Вот посмотри на это более. Вот еще это место мне сыграло вот эту полночь. Там есть раз, ты можешь выбрать эту линию. Можешь выбрать линию первого пальца. То есть ты можешь, как тебе хочется, что тебе удобнее даже. Mm-hmm. Да, он предлагает варианты. Он не загоняет нас в угол тем, что вот только это и это. Да, ты должен все прослушать, но здесь возникает вот этот аджитат. Оно возникает ритмически.
надо его специально играть возбужденно. Если ты эту линию показываешь, она уже работает. Да. Попробуй, может, чуть поменьше. Thank you.
эти аккорды, вот здесь какую не поняла, я вопрос поставила, да, чтобы аккордная тема, да, все время звучала, да, чтобы не снимались они раньше, чем надо, эти аккорды, чтобы это все было очень точно и очень свободно, но при этом, чтобы вот эта линия...
поехал, а это буду ехать я. Это же все надо играть, да? Понимаешь? А на том фаршлаге ты крещендо не сделаешь. Да. Вот это вот мне важно. Чтобы ты это послушал. Дальше вот ты придешь сюда. Очень много происходит. Да, вот понимаешь, ты еще, ты как бы играешь музыку, но ты не видишь, да, что у меня происходит. Ты как-то в ноты смотришь, а видишь одно и то же. Да, иногда я понимаю, что я не понимаю. Где, ну вот если это тебе поможет, то ты вот подумай об этом. Потом вот есть такое место, когда эта тема опять в левой руке возникает. Не мешала твоей левой. Ты должен сыграть левую, понять, как ты хочешь, чтобы она звучала. И после этого выучить вместе с ней правую. Метнер очень любил описывать, как надо, ну, советовать, как надо. Ну, не то, что любил, но он написал, у него замечательная маленькая книжечка, в которой он пишет, как он советовал бы пианистам заниматься. Не читал? Пока нет. Пока почитай. Она известна, Метнера. А она совершенно изумительна, знаете, с чем? Он там пишет, что
заниматься надо тихо. Не надо перегружать уши все время, да, как бы исполнением, громкостью учить, технические места. Надо очень много играть вместе руками, чтобы руки были как пластилиновые, чтобы они чувствовали, какая рука какой мешает. Да. Да? И он очень много советов давал вот в этом ключе, что вы послушайте гармонии, послушайте педали, поищите, да, вот придумайте это. Сыграйте от начала до конца не на полную громкость, а потом сыграйте, как бы вы исполняли, потом еще раз вернитесь к этому, да. Играйте в темпе, но не со всеми эмоциями, да, вот чтобы вы слышали, но именно в скорости, вот как вы будете играть всю модель, но только сбавив, условно говоря, два форта, это одно, два пьяна, это три пьяна. Да, то есть он пишет о таких вещах, которые в здравом уме, в светлой памяти вообще не сделаешь, просто это трудно. А он советует так позаниматься, потому что мы все учим, 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 руки перегружаются, потом, когда тебе надо сыграть, знаешь, какими-то шуршащими пальцами, а мы не можем на сцене, мы не чувствуем, мы это не выучиваем, мы учим технические сложности и оставляем все на потом. Вот он рекомендовал такие вещи, и вот к этой сонате это применимо как никакой другой, потому что если ты поиграешь от начала до конца, глядя в ноты много раз, исполняя, понимая всю страстность, которую ты хочешь вложить, но добившись гибкости, то легче будет потом выходить на форте и так далее. Многие кульминации, они у него, вот смотри, полтора такта форте, дальше на пьяно. Да. Да? Значит, что происходит? А до этого пьяно, 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 субито, пьяно, да. Пьяно, пьяно. Форте вдруг вот это. Оно же сюда идет.
еще до. А вот здесь опять та же история хроматическая. Парами вертикально звучат, аккордами, тогда эффект обалденный. Да. Понимаешь? Ну все, и дальше уже, так сказать, ты возвращаешься, все просто все темы укрупняются. Большая педаль, длинные ноты, да, и все вот этот вот маятник, этот колокол. Вот это все очень горячо, очень объемно. До самого конца. Ну, в общем, в черновик я тебе нарисовал. А следующему моему приезду сыграешь мне гениально.